Человек пишет, звучит как пирамида. Это человек пишет, который, видимо, не смотрел фильм «Как заработать большие деньги с Мухтаром Аблязовым». На 60 миллионов евро мы выплачивать планируем 2 миллиарда евро. То есть там разные коэффициенты, 100, 50 и так далее. Теперь смотрите, когда вы говорите «похоже на пирамиду», что делают люди, когда идут на финансовую пирамиду? Приносят деньги неизвестным лицам, неизвестным компаниям, не знают, куда они эти деньги вставляют, миллионами теряют. А здесь же все просто. Вы вкладываете деньги, вот вы смотрите, перед вами национальный резерв 96 миллиардов, состояние Назарбаева свыше 200 миллиардов. Открыто же, все понятно, все прозрачно. Мы говорим, что будем платить активистам по 500 тысяч тенге, снабдим их рациями, телефонами, интернет там, и так далее. Прямо в этом фильме детально все расписано. Финансы пирамиды вы не знаете. Вы просто, извините, как дурак приносите, и потом, как дурак, бегаете, жалуетесь, меня кинули. А здесь очень просто. Мы понимаем, все уверены, что эта власть падет. Мы для этих целей собираем деньги. Мы четко расписали, куда будем инвестировать. Именно в бойцов 3000 человек. И плюс у нас будут ячейки, сейчас у нас больше 500, нам нужно 4000. Вот куда мы собираемся инвестировать. Здесь вопрос пишет Ханша Салугарек. Он алдында түсіргеміз. Телеграм бойынша жіберсеңіз, тон дейді. Аз болғанда ол жерден 10 мың теңге өтеді. Басқа платформа, на жерде ссылка, оплата банковской карты деген, на жерде қазір жігіттер салып жатыр. Ол жерде 1 мың теңге де салуға болады. 1 мың. Сол 1 мың теңге жіберсеңіз, әзір коэффициент 100. Сода 100 мың қайтарып береміз.